поднялись вопросы, на которые я могу ответить. По статусу набережной. Судебные тяжбы идут 2 года. И первый иск, который был подан прокуратурой, прошел полный круг. То есть первую инстанцию, вторую инстанцию и кассационную инстанцию. В соответствии с решением Приморского суда, право собственности на вновь созданные объекты, которые формально и фактически не являются берегоукрепительными, а именно мощения, клумбы, подпорная стенка, подвалы и фонтаны, и летний бар. Они стали собственностью 5 физических лиц, учредителей ООО «Нерва». Апелляционная инстанция подтвердила это решение как правильное. Прокуратура обжаловала в кассации, кассация обратила внимание на некоторые обстоятельства, в частности на то, что земельный участок, где находятся все эти объекты, был передан в 2003 году для строительства дельфинария исключительно. И любые изменения по части целевого использования этой земли и размещения там объектов могут быть внесены только решением горсовета. Решение горсовета о размещении там каких-либо других объектов, как то летний бар, мощения и прочее, не было. В связи с чем судебная, сейчас она называется, это сейчас коллегия по рассмотрению, высший специализированный суд вернул это дело в Приморский суд на повторное рассмотрение. В сентябре месяце, повторно рассмотрев это дело, да, еще один важный момент, по договору аренды арендатор общества с ограниченной ответственностью НЕРУМ не имеет права передавать свои обязанности и права по этому договору третьим лицам, в частности физическим лицам, которые являются учредителями. Дело было повторно рассмотрено в Приморском суде первой инстанции, и выяснилось, что эти физические лица уже внесли эти свои свидетельства о праве собственности, это свое имущество в уставной фонд НЕРУМ. И суд, проанализировав договоры и проанализировав итоги экспертизы, которые показали, что мощения, подвалы, клумбы и так далее не являются берегоукрепительными сооружениями, подтвердил собственность НЕРУМа на эти объекты. Будет ли это решение обжаловано, обжаловано ли оно уже, и как будет дальше, тут я пока сказать не могу, мы используем ту информацию, которая у нас есть.